Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 33-го тура Ла Лиги Кадис-Сельта. Встречаются 12-я и 10-я команды текущего сезона. Очные матчи. Все три предыдущих очных матча выиграла Сельта в сухую. Статистика команд. Кадис выиграл два последних матча. Кадис забивал в последних пяти матчах. Сельта последние три матча отыграла на обе забью «Да» и «Тотал» больше. Сельта выиграла два последних выезда 3-1 и 4-3. В минувшем туре Кадис обыграл Хетафе 1-0. Хетафе забил, но проиграл, поскольку забил в свои ворота. Хозяева как для себя создали кучу голевых моментов, а именно три реальные возможности имел Хетафе, чтобы забить гол в чужие ворота. Но забил в свои, причем в совершенно простой ситуации. Сельта проиграла Севилье 3-4. Соперники по очереди вели по ходу матча, но Севилья, которая играла первым номером, была более удачлива в атаках. Решающий гол на счету Гомеса, который воспользовался ошибкой защитника и реализовал в концовке матча выход 1-1. Очный матч первого круга выиграла Сельта 4-0. Кадис никогда ранее не забивал Сельте в новейшей истории. Сельта очень удачно провела два последних выезда, выиграв у Уэски и Алавеса. Кадис не менее удачно провел два последних матча, выиграв у Валенсии и Хетафе. Но если Сельта выиграла оба матча по делу, взяв, так сказать, трудовые победы, то Кадису банально везло, что с Валенсией, что с Хетафе. Летучие мыши не реализовали кучу моментов и получили гол в концовке матча. А Хетафе вообще забил сам себе на абсолютно ровном месте. Поэтому, если исходить из футбольной справедливости, здесь Сельта должна хлопнуть Кадис. Кадис никогда не выигрывал в этом сезоне более двух матчей подряд. Сельта в четырех случаях после первого проигранного матча следующий матч не проигрывала. Никогда в этом сезоне Сельта не играла 4 подряд результативных матча. Исходя из функциональной формы команд, здесь гости не должны бы этот матч проиграть, а сама игра по ходу должна получиться на условное 0-1. Из связки с того, кто тал меньше обе забьют нет, победа гостей с форой 0, самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет 1.84, на тотал меньше 1.71, на победу гостей с форой 0 1.54. Если говорить о надежности, то ставка на победу гостей с форой 0 не должна бы проиграть. Однако возврат по такой ставке имеет высокий шанс. Если говорить о самой сбалансированной ставке, то это будет, скорее всего, тотал меньше 2.5 за 1.71. Если говорить о ставке с высоким коэффициентом, которая имеет достаточно много оснований для захода, это будет победа Севильи за 2.10. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все, дядь Юра. Верю, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.